Всем привет, друзья, с вами Евдан, и сегодня я вам покажу, что находится в люке на этой карте в Чикинга. Ну, поставь лайк и подпишись, а мы переходим к ролику. Итак, этот люк находится рядом с вот этой вот типа базой. Машину еще не удалили? Блин, машина пропала. Ну ладно, мы сейчас не об этом, нам надо от этой базы идти вот сюда. Когда мы пройдем сюда, мы найдем вот такой вот люк, который никак нельзя открыть. Я не знаю, что там находится. Идем сейчас мы к вот этому люку, но его никак нельзя открыть. И мы его сможем открыть только, когда я вам смогу это показать. Где-то еще находятся два маленьких люка. Сейчас я тут пока посмотрю. Так. Почему-то нигде нет. Ладно. Я вижу только один этот люк. Так что ладно, давайте уже смотреть, что там будет. Но ты сначала подпишешься и поставишь лайк, окей? Я открываю через 3, 2, 1. Так, открываем так и... Давай, давай! О, я упал и... О, это база пингвинов, смотрите, это типа новогодняя база пингвинят. Смотрите, тут 4 пингвина стоит и вот такая вот елочка красивенькая. У них тут типа дискотека, круто. Круто они тут сделали. Вот, так вот, что находилось все это время в этом люке. Теперь мы можем через этот люк зайти вот это место, и тут будет место с пингвинами. Вау, как круто. Круто вообще. Тут стоит елочка красивая, звездочка и вот такая вот красивая штуковина. Ну что ж, ребят, если вам понравилось это видео и вам было интересно его смотреть, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами был Евдан. Всем пока!